Запрос выглядит примерно следующим образом. Оставляю свес блесны порядка 20 сантиметров. Указательным пальцем правой руки придерживаю шнур, прижимая его к бланку, ну или к рукоятке, смотря какой спиннинг. Открываю дужку катушки, размахиваюсь, делаю заброс и в конце движения спиннинга отпускаю палец. Блесна падает в воду, закрываю дужку, ну и начинаю проводку. Движение спиннинга у меня от на замахе от такого на забросе до такого. То есть вот этот угол примерно, ну, чуть больше 90 градусов идет, как бы, в этом угле идет разгон и заброс. То есть вот так вот делать не надо, и опускать спиннинг низко тоже не надо. Вот наш сектор. Сейчас я рассмотрю некоторые ошибки и дам отдельные рекомендации для начинающих, чтобы быстрее научиться правильному забросу. Перед тем, как отпустить палец, вы попробуйте сделать вот это вот движение от одного крайнего положения до второго крайнего положения, не быстро, но чтобы рука у вас запомнила его. То есть, не отпуская палец, мы повторим этот вот заброс. Раз. Раз, то есть когда вы уже начнете чувствовать эту границу, вам будет легче отпустить палец вовремя, и блесна у вас улетит в нужную сторону. Рыбаки забывают открыть дужку катушки. Но это случается со всеми время от времени. И что у нас получается в этом случае с закрытой дужкой? Мы размахиваемся, забрасываем, вкладывая силу, да, а блесна у нас не летит. Она, как бы, катушка закрыта, шнур не может слетать с нее. Это опасный момент, и в этот момент может сломаться вершинка спиннинга. То есть что у нас происходит? Когда блесна пытается продолжать движение, вот она двигается, нагружая вершинку, и пытается двигаться по кругу. И вот так вот нагружает вершинку дальше. И вот здесь у нас идет опасный излом уже, и в этот момент спиннинг может сломаться. Потому что блесна будет вот так заворачивать и продолжать движение, еще больше вот, делая этот угол неправильно. Избежать очень просто. То есть вы, когда почувствовали, что дужка у вас закрыта и происходит что-то не так, вы продолжаете движение спиннинга до, ну, практически до шлепка в воду, чтобы в воде блесна у вас затормозилась. Да, там это может быть некрасиво, но спиннинг вы уже не сломаете.